Приветствую всех подписчиков и гостей на своем канале. И сегодня у нас очередной обзор ICO проекта Skynet. Для тех, кто не видел мои прошлые ролики, для ознакомления с этим проектом, чтобы узнать, что же он из себя представляет, рекомендую посмотреть это. Также все ссылки будут доступны, как обычно, в описании под этим роликом. Ну а сейчас давайте непосредственно перейдем к самому ознакомлению с членами команды данного проекта. Так, начнем с совета директоров. И первым членом является Александр Ши, это генеральный директор и основатель Калифорнийского университета в Беркли. Так, следующий член команды директоров это доктор Джай Джунг. Генеральный директор Neo Space Telecom, исследователь и победитель премии Samsung Technology. Также он является инженером Samsung следующего поколения процессоров. Следующий член команды это профессор Джу Джан. Он руководитель социально-вычислительной лаборатории Нанкина. Также провинциальная философия наука, ведущий исследователь по искусственному кластеризации, автор 3 книг и 20 патентов. Следующий член совета директоров это доктор Карл Ши, вице-президент Qualcomm Inc. Он занимается внедрением коммерциализации чипов. Изобретатель более 400 патентов по всему миру. И также он занимается разработкой по управлению голосовыми устройствами. Так, ну давайте теперь просто перейдем к членам команды. И директором программы является Луи Лу. Развитие стратегической экосистемы. Менеджер по работе с персоналом, также коммерциализация и бывший директор в 12 Sigma в Китае. Следующий член команды это Рэйчел Е, развитие бизнеса, она закончила Калифорнийский университет Беркли. Следующий член команды это Сахиль Санчес, разработчик программного обеспечения. Также закончил Калифорнийский университет Беркли. Также он работал инженером в Microsoft, программистом в Amazon и исследователь НЛП при Гирее Ранаде. Следующий член команды это Нудалу, это разработчик блокчейн. Он закончил Иллинойский технический институт. Также он имеет опыт работы в корпорации Microsoft. Разрабатывал такой всем известный браузер, как Internet Explorer и Edge. Разработчик программного обеспечения Sony. И инженер Объединенного банка. Следующий член команды это Шринива Сарао Нагарам. Директор по инженерному делу университет Бугетта Нагарджуна. Директор по техническим технологиям. Исследователь Министерства обороны. Так, следующий член команды это Кэтрин Ши. Она занимается технологическими инновациями. Закончила университет штата Пенсильвания. Также она является высшим научным сотрудником УПЕН и ассистент медицины УПЕН. Следующий член команды это Дэвид Ванг, директор по машиностроению и закончил он Флоридский Атлантический университет. Также он является инженером-программистом в Qualcomm, исследователь нейронных процессов и ведущий разработчик блокчейн. Следующий член команды это Аня Хи, разработчик программного обеспечения.
Она является исследователем лаборатории взаимодействия робототехники и состоит в группе по диалогу с естественным языком USC. Специалист по взаимодействию человека и компьютера. Так, следующий член команды это доктор Рон Ян. Он занимается кибербезопасностью. Следующий это Дэвид Ванг, разработчик программного обеспечения. Он закончил университет штата Пенсильвания, Веджелоус Скулер и Колумбийский университет Раби. Также он работал финансистом, финалистом, то есть он был в национальных олимпийских играх США. Следующий член данной команды это Джои Хейна. Он разработчик программного обеспечения. Также закончил Калифорнийский университет в Беркли. Работал в отделе интеллектуального интеллекта Intel. Также в Стэнфордском университете. И разработчик андроида. Следующий член команды это Брюс Ванг, директор по машиностроению. Закончил университет Британской Колумбии. Руководитель группы разработчиков Quantcom ASIC, старший инженер персонала Quantcom и старший специалист по персоналу UTS Tarcom. Следующий член команды это Элина Ион, разработчик программного обеспечения. Также она закончила Калифорнийский университет в Беркли, вице-президент Берклис, аналитик данных общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли. Так, следующий член команды это Питер Соренсен, разработчик программного обеспечения. Калифорнийский университет в Беркли он закончил. Следующий член команды это Уильям Ши, ученый-исследователь, кандидат в Стэнфордский университет, научный сотрудник Стэнфордского университета и менеджер лаборатории офтальмологии USSD. Так, и последний член данной команды это Венкат Тангерила, директор по экосистеме. Он закончил Государственный университет Сан-Диего. Также он является старшим менеджером программы Qualcomm, старший менеджер отдела Qualcomm, целевой проводник и старший менеджер подразделения FedEx Medical Systems. Ну, вот такая вот очень сильная команда, очень сильные адвизоры, очень сильные программисты. Кстати, тут все ссылочки на них, они кликабельные. Можете на LinkedIn с ними ознакомиться. Также ссылка на данный проект, на официальный сайт, будет в описании под данным роликом. Ну, а на этом все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал и удачных всем инвестиций.